пенка от бренда Полияна. Это средство меня вот поразило до глубины души. Во-первых, оно очень необычное. Давайте я вам покажу, как оно выдавливается из тюбика. Оно вот таким образом открывается. Там жидкость, которая не вытекает. И флакончик, кстати, не надо встряхивать. И мы просто нажимаем на него, и оттуда идет такая вот пенка. Хотя там жидкость, видимо, какой-то механизм встроен, который при выдавливании эту жидкость превращает в пенку. Пенка очень легкая, она прямо на глазах тает и становится очень-очень нежной и приятной. Вообще, на самом деле, ни для кого не секрет, вот кто меня давно уже смотрит, что я безумно люблю пенки корейского производства. Но, как многие это подмечали, на самом деле корейские пенки, они немного подсушивают кожу, и после них обязательным условием является использование каких-нибудь увлажняющих кремов. Хотя и остальные пенки тоже требуют этого увлажнения. Вот это вот средство от Полияна, это единственное средство, которое на данный момент мне встречалось, после использования которого я уже полторы недели не использую увлажняющий крем вообще. Она прекрасна. Удаляет весь вот жир с кожи, когда я умываюсь перед сном. Она прекрасно очищает во время утреннего умывания. Оно наиприятнейшее. Ощущение свежести, чистоты. Кожа чистая, матовая. При этом такое ощущение, что крем я уже нанесла. Никакого пересушивания. Находка для девчонок, у кого сухая кожа и кто постоянно вот тонны на себя крема наносит. Вот как я, потому что кожа у меня очень сухая. Я, честно говоря, я вот первый раз встречаю такое средство, которое дает такое ощущение чистоты, матовости кожи, при этом не то, что он не пересушивает, оно увлажняет. Для меня загадка, как можно было изобрести такую формулу, это приятнейшее средство. В аннотации написано, что это идеальное средство для удаления макияжа и любых загрязнений. Легкая пенка бережно очищает и освежает. Высокоэффективная комбинация мягких поверхностно-активных веществ воска, жожоба, масла кокоса и натурального увлажняющего фактора обеспечивает сохранение естественного уровня увлажнения кожи. Единственный такой нюанс, пенка заявлена как такое средство, которое должно хорошо удалять макияж. Оно действительно неплохо справляется с макияжем, хотя я уже говорила тысячу раз, что я пенками макияж не удаляю. Я сначала удаляю мицеллярными водами, потом уже умываюсь пенкой как до очищения. Но когда я тестирую какое-то средство, чтобы рассказать об этом вам, я тестирую средства и для удаления макияжа тоже. Так вот, с тональными основами, карандашами пенка справляется на ура, а если у вас очень толстый слой стойкой туши, то умыться придется этим средством дважды. И если бы, в принципе, мне бы сказали, какой уход я бы хотела на данный момент, вот эта пенка меня устраивает на все 100%, мне даже большего не надо.